Кровный след в жестоком убийстве в поселке Березовска. Березовка в зверской расправе над семейной парой подозревают их сына. Напомню, неделю назад Богородский район взбудоражило жестокое убийство семейной четы. Муж с женой в воскресенье решили устроить банный день и пошли мыться. В доме осталась лишь мать. Только спустя несколько часов она забеспокоилась и решила проверить баню. Мужа и жену обнаружили убитыми с полусотней ножевых ранений. Более того, чтобы скрыть это преступление, баню еще и подожгли. И вот следствие по горячим следам задержало подозреваемых. Ими оказался 21-летний Аркадий Морев, сын убитой женщины, и его друг. Их доставили в суд для избрания меры пресечения. Скажите, пожалуйста, вы раскаиваетесь? Отойдите. За что маму убили? Вы признаете свою вину? Эти дети закончили школу. Один 4 года, другой 6 лет назад. Поэтому за эти годы все, что вы могли произойти. Это были хорошие ученики. Даже не думали, что это будет именно сын. Думали, какие-нибудь преступники такие. Оказался родной сын. Сюда он приезжал, сюда, в деревню к нам. Ничего плохого, не замечал за ним такого. Семья была очень положительная, очень хорошие люди. Что с ним случилось такое в этот день? Всем очень интересно было бы знать. Слушай, я сам не знаю, вроде все нормально было. Первая причина всегда деньги. В итоге 21-летнего Аркадия Морева заключили под стражу. Что касается мотива преступления, были это деньги или что-то еще, сейчас выясняет следствие.